Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Пандора. Пандора – вседающая. Согласно Гесиоду, Пандора была первой женщиной, которую Зевс создал наказание человечеству, облагодетельствованному Прометея. Пандора принесла с собой сосуд или ящик Пандоры, в котором были спрятаны все пороки и несчастья. Простодушный брат Прометея Эпиметей женился на Пандоре и открыл ее сосуд. Все его содержимое немедленно разнеслось по свету. Только надежда осталась на самом дне. Так как крышка захлопнулась, люди были лишены даже надежды на лучшую жизнь. Из Википедии бог огня Гефест, смешав глину с водой, слепил Пандору при участии Афины и других богов, которые наделили ее подарками. Афродита одарила ее красотой, Гермес – сладкоречием, хитростью и коварством. Афина нарядила ее. Дочь Пандоры и Эпиметея Пира, а также сын Прометея Евкалион стали супругами. За свое благочестие они, единственные из смертных, пережили потоп и возродили человеческий род. Ну вот так вкратце о Пандоре. Согласно Гесиоду, Пандора была первой женщиной, которой Зевс создал наказание человечеству. Пока-пока, до свидания.